Вот так вот надо встречать закат. А вот и та самая надпись «Суко». Мы эту надпись увидим. Удобнее по камням идти. Нет, куда спускаемся с горы, с которой открывается прекрасный вид. И мы практически уже дошли до пляжа в Суко, а начали свой путь из Анапы. Расстояние приблизительно 12, от 12 до 15 километров. По самому краю высокого берега. Дорога пролегает. Здесь
здесь на всем протяжении пути, наверное, самый крутой спуск. То есть на самом деле дорога несложная, довольно простая. Надо идти в не сильно ветреную погоду и тогда, когда сухо, чтобы нигде не подскользнуться. Сюда постоянно поднимается либо спускается целая вереница народа, но они никогда не проходят дальше этой вершины. Очень-очень редко кто-то пройдет немного дальше, а до Анапы доходят единицы. Вот здесь свет хорошо работает. Подожди, пожалуйста.
Пойдемте сейчас посмотрим на закат солнца в море. Вот еще с этого места, да, по лестнице здесь поднимаешься, там дорожка, лавочки, оттуда виды хорошие открываются, в другой раз как-нибудь покажу. Вот стрекоз здесь летает. Пойдемте смотреть закат. Смотрите, сколько здесь народу с удочками. Здесь рыба ловится хорошо. Идем смотреть закат. Все, тут связь не работает. Посмотрели мы с вами закат. Возвращаемся обратно. Туда, где она работает. Иди-ка, настрой. Странно, вышка сотовой связи в прямой видимости, связи нет. Как это возможно? Идем дальше искать место, где работает связь. Заодно и по пляжу пройдем.
Не уступить бы здесь ни на кого. Связи так и нет до сих пор. Массажи. Пойдем дальше, пройдем. Да. Раньше здесь было лучше. Совершенно точно. Ну вот, может быть, отсюда вид будет хороший на закат. Давайте смотреть закат.
поставил на это самое. Солнце село. Всего-навсего 100 рублей. Лук, соус, хлеб прилагается. Также в нашем баре вы можете приобрести прохладительные напитки, горячий чай, кофе и многое другое. Ой! А Игорь тут мне, покажи ему. А он тут нет. Кто там такой смешной у них? Коты дерутся. Делят территорию. Тут всякой всячины. Рыба. Кстати, очень... Это мясо вяленое. Мухи по нем ползают. Так, а здесь... из рыбы, да? Ага.
рыбная, копченая рыба и еще. Да, интересно. Что почем, они не пишут, это узнаешь уже потом, когда взвесили. 300 грамм превратятся в 1,5 килограмма. Тут есть такие умельцы. Это еще сырое мясо, не жареное, а вот уже жареное. Сладости. Здесь выпечка разнообразная. Это хорошая, вкусная выпечка. Это пицца, тут все, что хочешь. Можно зарядку отключить. Пояса попала на колени.
чего здесь только нет. Мне кажется, тут товара разнообразного стало еще больше, чем было раньше. Хотя это тут и раньше всего хватало. Вот что-нибудь такое из марли бы взять с капюшончиком. Вот. О, появились они. Интересно, почем? 1500. Ничего себе, нормально так. Но это самое лучшее, в них и купаться можно, в общем, не сгоришь. Пойдем немножко пройдемся, посмотрим, что тут еще есть. Что здесь со связью, не понимаю, она прерывается и больше не восстанавливается. Так 100 килобит и пишет. Вот это очень вкусная рыба, сарган называется. В Бангладеш такая тоже есть, но ее там не коптят, она сырая продается. Там вообще в принципе не понимают, что такое копчение рыбы. И мне кажется, там кто-то мне говорил, что если бы она даже дали бы кому-то попробовать копченую рыбу, они бы не стали ее есть. Сказали бы, она воняет. И просто не стали бы ее есть. Почем же креветки? Цен нет, нигде не написано. Здесь что? Продукты на каждом шагу, на каждом углу. И тут копчености. И рыбы копченые везде просто. Сарганы. Все завалено. Раньше не было такого, как сейчас. До этого и магазина не было раньше здесь. А вот бутербродики, гамбургер 240, чикенбургер 220. Закуски. Что же здесь со связью-то происходит, непонятно. Вот это вот, по-моему, нет, не это, а дальше, следующее. Круглый год работает. У них всегда свежая выпечка. Где-то вот здесь. Окошко выпечку продает. А вот следующее, по-моему. Вот здесь вот. Всегда выпечка у них круглый год. Куры гриль, чебуреки, беляши, пирожки. Давайте посмотрим, что есть. Что тут? Здравствуйте. Ой, как у вас тут много всего. Я знаю, что все вкусное. Вы так приблизительно, что почем, скажите, сориентируйте. Это 150 пирожки с картошкой. С картошкой, с капустой. Печень. С печень. Печенью. И беляши. Беляши. А это осетинский пирог. Сколько стоит? 200. Хачапури. Пицца. Пицца. Уйгурский самса из Казахстана. Понятно. Все, цены перестали говорить. А вот это? Чебуреки. Чебурек. Это 150. 150. И мясо.
сыром и с мясом. Понятно. Все. Спасибо. По ценам сориентировали нас. Надо искать переход на ту сторону. Ну, можно вот туда дойти, до того светофора. Там точно есть переход. А вот семейная столовая. Я тут когда-то разок, может, раз или два обедал. Довольно неплохо. Овощи, фрукты. Свет. Пойдемте посмотрим, что здесь. Шалманчики. Да, в общем-то, и все. Как-то и все закончилось. Где-то здесь карусели какие-то должны быть. Где они? Что-то не пойму я, где проход. Какие-то заборы. Тут забор. Здесь вообще нет прохода. Все там. Музычка такая играет, которая всех клиентов отпугивает. Они, наверное, принципиально не хотят, чтобы у них были покупатели. Просто так сидят рядом с пустым магазином и отпугивают всех клиентов вот такой вот шарманкой. Остановка автобуса. И здесь уже карусели начинаются, всевозможные. Спасибо.
Комната страха. Кому это может быть интересно? Страх этот. Вот это вот интересное. Паровозик. По направляющим катает. Посмотрим, что тут еще есть. Здесь машинки. Детский автодром. Там горки, видимо, какие-то, да? Видите, уже карусели стали виртуальными наполовину. Пойдемте посмотрим, что там. Тут все надувное. Три батутных надувных аттракциона здесь. Они большие. Бывали случаи, в новостях показывают, что улетали такие вместе с людьми, которые на них находятся. При сильных порывах ветра плохо были закреплены. Как здесь это организовано, я не знаю. Высокие здесь горки. Тут тоже что-то для маленьких, видимо. Да. Интересно. Идем дальше. Здесь тоже лазилки для малышей. Больше стало тут всяких разных аттракционов, да и раньше как-то тоже тут хорошо было. Thank you.
Автодром 300 рублей, одна машинка, два человека в ней. Что здесь? А, тир. А почем здесь, интересно? Из свинины 250 рублей, из курицы 200 рублей, картофель фри 150. Понятно. Шашлык, свинина 100 рублей, баранина 100 рублей, курица 80, грибы 150. Цены за 100 грамм. Форель 500 рублей штука, семга 350 рублей, барабуля непонятно, люля-кебаб 150, овощи на мангале 50, картофель на мангале 50. Шаурма из свинины 250, из курицы 200, картофель фри 150. Все посмотрели, пойдемте дальше. Тут все в дыму. Что-то у них тут все горит, все эти шашлыки. И он тушат, никак потушить не могут. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю сегодняшнюю трансляцию. Спасибо всем, кто со мной был. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео в своих соцсетях и включайте колокольчик в режиме оповещения. Все,
чтобы при начале прямой трансляции вам приходило уведомление. Связь здесь не очень хорошо работает, но я планирую прогулки по Анапе. Там связь работает намного лучше, чем в Москве, именно в самом городе в Анапе. Там под 100 мегабит скорость, даже в Москве нет такой скорости передачи данных. Поэтому и связь, и качество, и картинка оттуда будут очень хорошими. Всем спасибо и до новых встреч!